Ребятки, всем большой привет! Сегодня хочу вам показать последний заказ, пришедший вот ко мне сегодня, обувь с сайта Ital Design. Снимаю уже сразу же вечером, потому что девчонки, которые ждут обувь, они сразу буквально ее начинают разбирать, потому что достаточно долго ждут, наверное, недельки три, и всем, конечно же, интересно посмотреть, что же там такое пришло, евро за 3 или за 4, непонятно, с какого-то сайта Ital Design, который на самом деле... Итал, но немецкий, и привозят там вообще непонятно как, в Финляндию, и это обувь, короче, как-то, в общем, как-то она приходит к нам в Россию. Смотрите, что у меня заказали, какие интересные ботинки, желтого и зеленого цвета, они разного размера, я думаю, их будут носить разные люди, маленькие 36-го, если я не ошибаюсь, размерчика. Блин, немножечко они какие-то, не то что поцарапанные, а что-то такое тут сверху напачкано. И 39 размер, такая прикольная вот подошва. Вот здесь вообще как пенопласт или что-то такое непонятное. Сверху приклеена, конечно же, резиновая. Не знаю, надолго ли таких хватит. Мне вообще самой тоже очень хочется, типа, таких себе заказать что-нибудь. Там, кстати, бывают не только такие, типа, лакированные, а еще под замшу и тоже в двойном цвете. Тоже, мне кажется, очень прикольно. И у них такая еще платформа тут сантиметра два. Для маленького роста вообще, мне кажется, супер актуально. На каблуках не ходить, можно ходить на такой вот толстой подошве. Вот. Вот это вообще интересно. Мне самой было интересно на них посмотреть. Они, конечно, вот здесь вот немного такие... Я не могу сказать, что они очень тут какие-то жесткие. Нет, вот так они легко очень раздвигаются. Но внутри такая мягонькая подкладочка, снаружи, конечно же, жестковато вот эта вот вся под лак сделанная ткань, но мне кажется, тут по ноге оно как раз, по ножке хорошо должно садиться, я надеюсь, что если бы я себе такие заказала, что они не будут ноги тереть. Так, я сюда сразу в другую сторону их откладываю, чтобы показать вам все, что здесь есть. Еще пришли зеленые туфли, две пары, одни вот такие, а вторые на еще большем каблуке, вот такие громадные. Вот смотрите, вот эти приходят хорошо упакованные, допустим, эта обувь классно упакована. Так, сразу скажу, если кто-то сильно хочет заказать сайт Ital Design, не умеет искать посредников, не умеет вообще ничего делать, можете обращаться ко мне, мы с вами договоримся, я вам закажу, могу переслать потом по почте. Как прикольно сделан тут цветочек из такой ткани, смотрите, вот, хопа-хопа. С той стороны она черная, классно как-то, ну вот смотрится красиво. Эти туфельки сделаны действительно аккуратно, нигде там особо нету выступающего клея или что-то такое, джокси какой-то написано, 35 размер, а эти какой размерчик, я даже не помню, кто какой что заказывал. Эти 38, сейчас покажу, как они выглядят. Они выглядят вот уже так, такие уже заказывали у меня. Здесь вот, конечно, чуть-чуть вот клей, допустим, видно. Такие вот тут штучки сверху, 38 размер, классные, да, такая подошва сделана, здесь резиновая, как бы еще приклеена платформа, ну, конечно, так, не могу сказать, что выглядит там супер качественно, нет, нет такого, простые обыкновенные такие туфельки, как я их снимала, я не знаю, наденем сейчас как-нибудь по-новому, по-другому. Так, давайте пока в сторону отодвину, чтобы не растягивать свои шуршания. Покажу еще кое-что. Моя одноклассница бывшая, одноклассница, да? 16 лет назад в школах закончили, до сих пор одноклассница. Заказала вот такие вот себе сапожки. Они, конечно же, не зимние, у них есть тут какая-то подкладочка, но она такая мягонькая, тоненькая. Вот такие вот коричневого цвета сапожки, но здесь я посмотрела, у них верх сделан более аккуратно, чем у тех, которые приходили в прошлый раз, и мне прям аж бесило, как они верх вырезают, тоже как какие-то криворукие, как будто китайцы, ну не знаю, может китайцы на самом деле и шьют. В общем, сапожки осенние, вот эти вот понравились мне, красиво смотрятся, надеюсь, что подруге моей тоже понравится, и надеюсь, что подойдет ей размер, так как выбирали между 37 и 38 размером. Вроде бы и носит 38, но 38 намерила у меня другие сапоги, они и велики. Пришли, вот смотрите, какие еще уги. Уги, тоже 38, да? Так, это 38 размер. Конечно, вот эти на них все блестки, вам, не знаю, видно, не видно, но они тут подрастопырились в разные стороны, все смотрятся.
но такие прикольные, золотые. И у них, смотрите, там действительно какая меховушка внутри. Вот они подойдут, мне кажется, на зиму носить. Здесь очень много меха. Конечно же, искусственного внутри, но зато много. Подошва резиновая, такая плотная. Мне кажется, все хорошо с ней. Отлично можно в них ходить зимой. И, ну, не знаю, конечно, как насчет того, чтобы их потом мыть, если, допустим, будет какая-то слякоть. Сушить-то можно, но вот как насчет помыть, если просто водой сверху окатить, а никакой там ни тряпкой, ни средством. Такие вот золотые уги. И еще что хотела показать интересного. А, еще шапочка есть вот такая. Там что-то вообще какие-то шапки. Они в последнее время выставляли вообще дешевые. Но они, конечно, и выглядят так, очень просто, такие вот шапочки. Вот у меня заказали одну. Нет, не пахнет ничего, так тут у нас вешалочка. В принципе, сделано так нормально. На взрослую голову подойдет. Можно и на ребенка, на девочку, на какую-то. Внутри вот такая вот подкладка. То есть как бы двухслойная, флис внутри пришит связанной верхней частью. Вот такая вот шапочка. Так, и хотела я вам показать сумочки. Еще я заказала с этого сайта 3 сумки. Они там стоили всего 5 евро, 4,99. Ну, конечно, пересылка вся эта. Всю прелесть данной стоимости убивает, но все равно кажется, что 5 евро, вау. Давайте посмотрим хотя бы одну, что же тут такое за 5 евро. До этого уже один раз приходили, заказывали. Заказывала у меня девочка большую сумку с этого сайта, и выглядела она классно. Молния, это хорошо. Это выглядит сумочка вот так, огромная просто, особенно для меня, я такая маленькая. Такие два удобных больших кармана спереди. Не знаю, конечно, кошелек сюда не положишь, но что-то положить другое можно. Тут вот молния, молния хорошо раскрывается. И внутри что у нас получается? Два отделения получается, кармашек посередине, есть длинный, конечно же, ремешок, и тут с двух сторон один кармашек, два маленьких кармашка не закрываются, которые, а с этой стороны один на молнии на застежке. Тут что-то написано, Giorgio Chang, короче, куку-ком, made in China. Ну, в принципе, понятно, что China. Кстати, ничем не пахнет, вообще такая сумочка благородная, хорошо выглядит. Вот такая классная сумка. Я, конечно, выбирала, на свой взгляд, красивые модели по сочетанию цветов. Потому что у них на Итал-дизайне в распродаже, допустим, за 5 евро много там, да, допустим, всяких сумок. Но сочетание цветов бывает дикое, там красное с фиолетовым или еще какое-то, желтое с зеленым. Но я выбирала такие, которые поспокойнее и чтобы побольше ко всему подходили. Сейчас вам, если интересно, то смотрите, сейчас еще две сумочки покажу. В общем, вторая это вот такая вот. Непонятно, да? Непонятно какая, но вот такая вот. Здесь уже бежево-синяя. Вот так вот выглядит эта сумочка. Что у нас здесь? Здесь с этой стороны кармашек. А сзади кармашек. Тоже она на молнии. Такая же бирка, наверное, да, но тут что-то типа другое написано, ну, в принципе, понятен смысл. Так, тоже есть длинный ремень, я надеюсь, да, синенький ремешочек есть длинный. И то же самое, все по кармашкам, точно так же. Ага, такая вот сумка интересная, прикольно. Серая мне больше понравилась. Мне вообще большие сумки почему-то нравятся. И третью сумку я выбрала вот такую вот черную с синим. Сейчас ее тоже успокоим, посмотрим. Извините, небольшое шуршание. Простите, пожалуйста. Во, это вообще какая-то модная сумка с клепками. Ручки только у нее синие. Вот почему синие ручки, непонятно. Лучше бы они сделали однотонные. Мне кажется, у них купили бы больше. Бирка, как у первой сумки. Клепочки такие. Приятная на ощупь. Знаете, такая не жирная никакая, не сухая, нормальная. Все объяснила. Сзади кармашек с бабочкой. Молния. Тут тоже, значит, у нас молния спрятана. Рука уже устала сумки поднимать. Тяжелые. Подкладка бежевая.
вот эта штучка, ремешок черный, вот эта штучка. И тут также стандартно, тут кармашек, два отделения, посередине кармашек и тут. Ну вот, такие вот сумки классные пришли. Вот и все. Собственно, хотела вам показать самое интересное, то, что пришло мне в этот раз. Конечно, там пришло еще несколько базовых моделей, которые я вам, кажется, уже показывала несколько раз. Вот, а теперь вот эти вот сумки. И это вот интересная обувь. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Я всем вам всегда отвечу. Спасибо большое за просмотр. Всех вас очень люблю. Целую. Ваша любовь.